Друзья, добрый вечер. Я скажу пару слов о том, что у нас будет 22 числа. Это проект, который называется Coloristics. Там участвует бас-гитарист Игорь Мозгалев, клавишник Иван Гребенщиков, также я там задействован, и, возможно, с нами будет там, значит, еще один участник, барабанщик Петр Юткин, и время от времени с нами выступает другой перкуссионист Петр Талалай. Вот, я пока не знаю, в каком составе мы будем 22-го, но мы презентуем наш альбом, который вышел на лейбле Rond Recordings. Он пока представлен в цифровом виде, но есть вероятность, что он увидит свет и на физическом носителе, либо это будет кассета, либо компакт-диск. Ну вот, собственно, 22-го приходите. Я думаю, будет любопытная программа, потому что сетап у нас такой достаточно разнообразный. Будут и клавиши, будет бас-гитара, гитара, электроника. Может быть, к нам присоединится еще какой-нибудь духовик. Может быть, Иван Бурсов, саксофонист Брома. В общем, посмотрим по ситуации. Следите тогда за анонсами. Ну, а я сейчас сыграю тоже небольшой импровизационный сет вот на своих электронных девайсах. Ну и потом будем, так сказать, общаться, расслабляться уже в свободном режиме.
Я хотел, чтобы ты был.